Новоселье отметила воскресная школа Борисоглебского кафедрального собора Даугавпилса. Новое помещение для педагогов и учащихся предоставил Русский дом. После праздничного мероприятия открытия школы здесь прошли первые уроки по закону Божию, церковным чтению и пению, а также церковно-прикладному изобразительному искусству. Тема сегодняшнего урока – молитва, разговор с Богом. Новое помещение позволит воскресной школе не ограничиваться тремя годами обучения и расширить свою деятельность в новых направлениях. Уже запланировано проводить встречи с выпускниками школы разных лет, организовать духовно-педагогические беседы с родителями, разработать лекторий по истории русской святости, устраивать поэтические вечера для молодежи, встречаться с друзьями из других городов, проводить семинары для учителей воскресных школ. Пятый учебный год сотрудничаем с Русским домом. И благодаря этому нашему сотрудничеству наши дети могут наиболее полно постигать русскую культуру, историю русской культуры, русскую словесность. В новом Русском доме, в новом помещении у нас больше возможностей, здесь больше классов. Да, это значит, что мы можем привлекать больше учащихся. Но и для нас это большая милость Божья, что мы находимся в такой красоте. Вот, и это помогает нам поддерживать атмосферу праздника в наших душах и молитвенности. Мы рисовали то, что создал Бог за 6 дней. Первый день создал Бог свет. Я нарисовал, как Бог создал и все за 6 дней. И потом, под 6-й день, он нарисовал, создал, то есть, людей и зверей. А как в жизни тебе помогает то, что ты ходишь в воскресную школу? Я вот в алтаре прислуживаю, я панамарь. Мы там, например, на Пасху иногда или на архиерейской службе все собираемся, и там какие-то молитвы вместе все в алтаре поем. И мне это помогает в таких случаях. Здесь просторные помещения, новые помещения. И, конечно, будет приятно заниматься, проводить уроки в них. Мне уже на протяжении нескольких лет приходится обучать малышей церковно-славянскому языку, то наградой мне за это становится их чтение. Самая главная награда для меня, что они начинают читать на церковно-славянском языке. А лучше награды мне не надо. Кроме того, мы практиковали и раньше, и, конечно же, в этом году будем практиковать такие уроки молебны. То есть это читается молебен и объясняется каждая молитва. И как молиться за своих родных и близких. Это очень важно. И дети, и педагоги считают, что сотрудничество Русского дома и воскресной школы обогатит детей знанием русской культуры и русской словесности.